все больше и больше каких-то там выдающихся в лапках действий. Вы видели это вчера, я тоже там был возле на Банковой. Из ничего возник, нас бьют, нас напало. Я одно скажу, у нас мы сами виноваты, мы избираем ту элиту в кавычках, которая осталась. Мы не сломали систему. Система как была, так и есть. Но сегодня я просто требую консолидации Верховной Рады, аппарата президента и прочее для борьбы с российской оккупацией. Если мы не консолидируемся, если мы будем дальше раскачивать страну, дорога в никуда. Вы помните на своей истории эту Югославию, которая развалилась, и другие страны, которые развалят. Я требую консолидацию Верховной Рады, я требую консолидацию в аппаратах, министерствах и так далее и тому подобное. Мало того, надо ставить туда, как наблюдатели, тех ветеранов АТО, которые действительно были в АТО. Не те, которые растворились, которым понадавали кучу ОБДшек, а именно те, которые действительно прошли бои, которые умирали за Украину. Только тот человек, который действительно реально готов был умереть за Украину, он должен стоять у власти, он должен контролировать эту власть. Без этого у нас ничего не получится. Спасибо. Аркадий Позовов, Байкер.